И, петрушка тоже была. Зелень тоже была, мне кажется, не свежая немножко. Ребята, что в ЗС сейчас эту пласта никто не убивает? Нет, никто. Ты че, ты ласта видел? Мы с Мардаун там уже там здесь уже. Дело не в самой Вайше, там дело в том, что трэш переапанный. Там уже даже дело. Много, что ли? ХП много, и там по КД, блядь, фирит большие выходит, и там пизда начинается просто. Все, все остальные в змеином святилище, я так понял. Лоушини еще раз кину сумму, ну все, и пошли. Вы сколько в ЗС-ке пробиваете? 4, 5? 4. А на пятом че? Пятого. Пока проблема. Вчера начали только осваивать. Блять. Пошли. Верить. Лифт так быстро вниз ушел. Да, он скоростной, кстати. Бабл жми. Только надо. Бабл спасет. Спасет. Лучше жать. Если бабл спасет, говорю, не? Боб спасет. А почему бабл спасет? Боб нет. Боб спасет. Боб от магии так. Нет. Боб какой? Нет, наоборот. Боб спасет. Бог физуха. Бог поможет. Бог поможет. Атеисты в чате присутствуют? Так, Глеб, каски, Леха, просто я кулаки им попить. А что, мы рыбу потом слепца или как? Да, да. Рыба, слепец, да, там будет видно. Всем удачи. Там будет конец. Лутера, закидывай сразу. Рыбу починили? Опять слепитаться есть, можно сократить на лифте. Да, починили, но на Нелли трэш, нахуй. Да нет, я знаю, что я уже около рыбы. А что страшно мне так? Ну он из-под воды стреляет, это нормально вообще там где-то? Нормально. В другой где-то части вообще рейда стоит, стреляет по нам. Это вы за рыбу говорите? Не, за курицу. Бля, шутка хорошая, Сержа, бля, вот ты вообще остряк. Хочешь, я пошучу? Спасибо. Не, не надо, пускай, лучше съешь, так что. Ем нахуй, сагрели. Да я так хорошо. Хороший бета. А там тут есть? Если я пошучу, я положу. Если я пошучу, я положу весь рейд, короче. Перебьем. Смотрите, только сзади там большой стоит, сюда он не пойдет. Бичи, блин, загрели. А ты еще сейчас три воронки выпадет с каждого. Разворачиваемся, спускаемся на лифте, бьем 2-2-8. Уже летим, уже едем. Ебать, толпа подъехала. Пацаны на разборку приехали. Бичи такие, блядь, спрыгивают в трикошках, нахуй. Что, трикорочки хочешь? Пизда, ты, кстати, сухарики раньше были. Согласен. Что за будет? Что за забыли? Слух у тебя явно хуёвый, блядь, они идеальные. А я же говорил, блядь, что со слухом хуйня какая-то. Точнее, слышу. Нет, ты не услышал. Да просто так и скажи, ладно, хочу трикорочки. А с чем? С тартаром? Перебью. Не, вот с холодцом были, пиздат. Били же бы холодец, ёпта. Были времена, да? А что раз с холодцом тебе тоже, да? Так они по 15 рублей стоили раньше, даже дешевле, мне кажется, еще были. На стресс там под ебалом у большого не стой. Раньше это шарак стоил мало. О, я помню раньше. Сейчас он типа дорогой? 27, 25, что такое. Шедоу вставает. Так он и плохой. Беги. Да, но он, конечно, такой по вкусу не очень стал, да. Раньше он 7 рублей стоил, там, я не знаю. Они его понерфили. Понерфили доширак, блядь. Да, как на Лимы здесь. Ну да, он реально невкусный. Да, он реально невкусный. Не знаю. Он же, не знаю, лет 6 невкусный. Кто доширак и кого понерфили, плюс чат. Какой даун невкусный, что-то не вкуриваю, блядь. Не знаю, кому кажется. А, блин, на туре, блядь, съезд же, блядь. У тебя, блядь, с выговором проблемы, блядь, с дикцией. Нет, прикол в чем, брал двух магазинах. Я понял, это кто сделал. Что сделал? Ебать, стою, никого не трогаю, бах, мне кожемка видит. Так, ладно. Че, можно льдистый путь? Я спросил, ты плюсанул. А, я-то плюсовал, кто этот, доширак невкусный, там, или что такое? Я понял. Я не в том смысле писал. Мне интересно, челики в начале инста, они как-то будут оттуда бить босса, да? Или как? Ну, в принципе, можно... Нет, ну, ШПшника уже можно докачать. Да не, вроде бегут. А покашать долго будут.
Вроде бегут. Рыба. Ровист пишет, что не бей его, он уже бежит. Давайте, ставим тотема, скорее, ставим тотема. Ты из Андалара переделался? Да, уже. Все, хорош. Что, опека, блядь, за бой там опять? Опека, а у тебя триня есть, оказывается, слышишь, Эвелания, блядь? Какая триня? Ну вот это нахуй, как это называется? Ну только чё? Серга, а что ты мне не сказал? Я думал, ты забираешь. Я же не за серга. Я забираю, Слав, я забираю. Ладно, забираю. Блядь, меня никто не спрашивал, блядь, за три. Да я думал, блядь, за мне надо тринка это. Да ясно, он засничил просто триню, триню нахуй, и все, и пиздец, блядь. Ты хочешь сначала объяснить, что такое снич? Да в Гарри Поттере нахуй такая хуйня нахуй. Подожди, что? Тихо, что будет? В Гарри Поттере такая хуйня есть, нахуй, маленькая золотая, нахуй, снич, нахуй. Да. А, ну, бля, кстати, хорошо, неплохо, но... Тоже... Пол лица снести может. Но это крыса, нахуй, понял, снич. А как этот? Может быть, это снэч, а не снич? Снич, нахуй, ты чё, блин, снич? Да нет, мы про это, типа, знаешь, художественный фильм спиздили. Нет? Не шаришь? Я жидкий, успокойся. Пардон, ты прям что-то разыгрался сегодня, я смотрю, блядь. Да у меня в обычке не было, он расслабился. Да я... А не было в обычке. А еще, да? Да, я уступил слот. Так, вот тут мобы, вот тут мобы будут стоять. Танки как... лицом мобов отвернут из звезды в кружок. Я имейте в виду, под лицом не стойте у мобов, они рассекающим бьют. Че, или подамажило и хватит, да? Да, все. Аттракцион невиданной щедрости закончился. Чё по фласкам? Чё по фласочку? А чё? Свои фласки, свои. Я по одной смогу выдать. У меня тоже свои фласки. Да похуй, уже... давай. Я пришёл тебе резцу, репу, и всё. Давай рыбу так пока ебанём, потом. А хули, всё равно сейчас час остался, не знаю, есть смысл давать вообще. Без фласка ебанём. Конечно, давно без фласа. Че, ловите, да? Ловим ее, ловим ее. Призана нету. Инту можно, маг? Да, плюс. Поебать уже. Маг. Охуеть. Я ее даже не трогал, блядь. Ты хорош. Косо посмотрел. А рыбе похуй. Пиздец, блядь. Ну, криво косо, да? Он когда встанет, вы его захильте. Захильте его быстрее. Разбафайте там. Призан очень далеко. Престобаф. Призанов и камни. Я понял. Я тебе дал. Пиздатая рыба, ничего не скажешь. Согласен, пойду призна похилю. Бля, какая хуйня это ваша рыба. Давайте сейчас будет, когда нырять, он с трэшем поосторожнее. Не, я, конечно, не буду дивов, но настолько. Пиздец, я понял. Чего дохнет? Да так, блять. Нырнул нахуй, задохнулся нахуй. Бывает. Ну ты это, не задыхайся. Реснейшего водикон. С под лица, да. Грипаните в остальную пачку дали. Мать его унесло, конечно. Стража заберите, вот этот стоит на меня, смотрит. Алло, кантилятор, инвизибл, заберите. Душительница там это душит. А он исчез, нахуй. А где босс, типа, не будет, что ли? Появится, 35 секунд. А, ты ж не был, сейчас же тут. Типа тут обновили что-то, да? Да. Да, на Нелли называется. Урод. Страж фуловый стоит, на Шадунайт и смотрит. Можно с ним что-то сделать? Да, мимо по нему. Все мимо. Вот задвигался, ну-ка. Давайте, 15 секунд. Тонатос. Он симпатию, симпатию чувствует. Сервист. Тонатос Арес, я не вист. Все мимо по нему. А кто вас хуярит? Душительница так простреливает мощно. Вскрытие не появился, имейте. Ну, исчез моб, нормально. Сука, что за пидор босс, а? Вообще изи. Лучше не скажешь. И не поспоришь. И не добавишь. И не прибавишь. Ой, бля, куда я попал, нахуй? Ну, ты фрикарай очередной.
Блять, как он меня бесит, сука. Тебя ни одного, брат. Я тут торты на хп не хил, я вообще охуел. Прыгаем в воду. Выебал вот того, кто придумал этот энкаунтер, блять. Можно просто крутиться, не прыгать коста. Ну покрутись, хуй знает. Попробуй. Я тебя кручусь. You spin me right now, baby. Угомонись, брат. Исчез. Трэш. Круто очень. Трэш, смотрите, чтоб страж нас не пошотал, он рассекающий бьет, осторожно. Вот страж, вот танки, обратите внимание, вот тут черепок такой стоит, можно его забрать как-то? Кастуется по нему, да, по нему проходят дотки. Грипаните кто-то его туда, отсюда, тут он миликов и РДДшников все положит. Есть ДКшники на том, на той берегу? Мы два грипа потратили на левую душительницу. Ясно, ждем когда тогда. Душить хорошо. Ну надо будет как-то сделать, чтобы он нас не пошотал. О, бля, я понял. Он сейчас. Он испарился, блядь. Почему они это сделали? Дебилы. Только он гильдиям стало скучно на рыбе. И они наныли. Геодата, блядь. Вообще дауны, что ли? Ну, нормально. Ну, дебилы, потому что. Так, друид-инвалид, встань и стой вот здесь, вот на этом островке. Быстрее вставай. Вставай быстрее, захильте его. Дал каску тебе. Ой, лап. Ебал. Правда, забагался, тупо стоит. Ебал. Есть. Дойти не успеваешь. Не успеваешь дойти. Да, по ДПСу тут полный кал, конечно. Ну, потому что он каждые 2 секунды, блядь, отталкивает тебя. Просто пиздец. Да не, я там продолжаю бить, я потому что в воде бью. Кто за то, чтобы продлить РТ на полчаса? Я. Я. А на час? Трэш побить. Я. Воду. Ману залейте там хилам. Не трэш, я думал про Морогрима и Гидроса. Если будет вайп, сразу. Да там полчаса не хватит. Ну, Морогрима, может, и успеем. Ну посмотрим, если никто сильно расходиться не будет, то сколько я сможет. Я тебе не дам умереть. Вот на фазе, по передатчику, давай. Когда трэш влазит, вот вы как-то стойте, блядь, побезопаснее, нахуй. Вот, дохнут хилы по КД, блядь. Вот сейчас, под конец, эти ебаные дуры, они прям с дна стреляют, вон, видите там? Это хуёво, блядь. Пойдём тянуть обратно, геодата поломана. Так, у кого там БР есть? Зози, Ресы и Ламаунта. Иннер ему дашь еще. Так, я тебе тоже дал Иннер, дал лапку тебе, блядь. Чисто кайфарик для ДКшника. Не только для ДК. Скоро босс вылезет, смотрите. Ну, для паладинов тоже. Чисто. ДПС покрутить. Чисто ретрик тайм. Ну эти там фулбафы по ламаунту. Иннер я заливал, кто-то еще залейте, чтобы ДЦ не сухой был. Друид инвалид тоже сухой. Все иннеры раскидайте свои, посмотрите по хилам там. Бардаунту не лейте только. А тебе никто не предлагал. Да потому что закинули еще меня не спросили. Ну он просто не понимает, что такое золотой дождь. Как же Войд, блядь, хорошо, ты что ты знаешь. Придумал. А ты шаришь типа Войд, а? Говорил еще, блядь, куда я попал, нахуй, а? Если зайти на Авито, то увидите, что я подаю золотой дождь. Мы с учетом, что он может делать, да? Есть же поговорка, типа, с волками жить, по волчьи выть, нахуй. По волчьи жить, ну понятно, нахуй. Перестань. Так он и говорит, куда я, говорит, попал, никого такого же, как я. Есть поговорка, короче, знаете, какая? Волк не работа, работа это ворк. Волк это ходи. Нихуя себе. Englishman получается. Волк не тот, кто волк, а тот, кто волк, ебать, или что? Типа. Опа. Мимо, я понял. Пидор, чтоб ты сдох, нахуй. Вот так вот играем гели. Вы знаете, если посмотреться, он там флексит, получается, под водой. Получается. Вот там гляньте, он там флекс, да ну нахуй, он просто там и блэкджек, и шлюхи, и все.
получается. Я тоже хочу. А, Юля вылетела. Ага, кстати. Чего, блядь? Этот Лингрен, вставай танчить босса. Да, вставай танчить босса. Внимание, осторожно. Смотри, тебя будут откидывать, возвращайся. А, на полу в Лингрена. Ок, шеф. Где босс, блядь? Вот душительницу еще задут эти. Сейчас, одна секунда появится. И там почему? Нажми, а то вдруг он посчитает, что у кого-то следующего по гру начнет пиздить. А почему у него такой урон охуительно большой? Как не стреляет с километра? Вот инвизибл там, ага. Вонючая рыба. Так, а вас двое. Сейчас смотри, только Лингрен один будет, босс еще будет нырять, скорее всего, рызок. А что у нас по Герри вообще? Нахуй надо, да? Да. Гера для слабого. Давайте, экзекутка пошла. Экзекутка пошла Геру. На ляме нырнет, нахуй. Блять, это невозможно хилить, нахуй. Да, я согласен, это пиздец куда. Ты и бить невозможно, я тебе так скажу. Бить вообще возможно, еще как-то. Блять. Бить можно, а вот хилить это вообще, блять, забей. У меня пет несует постоянно просто по всем. Даже по боссу ебаный. Да геодата очка нахуй. Вот смотри, блядь, попадали. Челики. Побегали, покрутились, да? Нормально крутится. Спинный right now нахуй. Вообще. Говорят, в смысле, а чё меня? Англишмены, блядь. Нормальная песня, чё обижаетесь-то? Вешенки-то тебе больше всего коробят. Нигеры, пидоры, е! Это снизу чувихи, блин, тебя пиздят, блин. Вадикон Иннер шамана. Шаману дал. Да. Тут шаману дал. Этот, смотрите, сейчас по... Зоди по Авелании Иннер. Это, массакры там на рейд, гибны отдавайте, потому что стреляют. Там-то захильте. Да не, я захилюсь. Ты брал оружие у него, короче. Мордаунт. Это пиздец. Да я хилю, да это пиздец, невозможно прохилить. Эти шлюхи просто нормально, снизу да. Нахуяливают по тебе, это какой, блядь, трэш. Страшно, снимите, ебать. Сейчас это откисну босс, нахуй. Босса бейте. Босс, там ебать? Страшно. Ты бабл прожми, или 50 на 50. Давайте гимн на хп, там сокру. Ебать, трэш бабл. Разъебал нахуй. Блядь, я дал, короче, гимн, блядь, ну это пиздец, это не рыба, это какая-то хуйня. Ой, ты где? А вот ты. Пиздец. Не добьем, да? Все сейвы, все сейвы свои дубовые, все последнюю хуйню давать. Ну, трилям. Мордаунт хили, блядь. Я хилю, блядь, я как солнышко хилю, блядь. Говно, сука. Не рыба, блядь, ебаная. На другой строк, прыгните, РДД, чтобы вас не бить. Что? Ой. Бейте доты эти там, блядь, я не знаю, ну даже нахуй. Ну, она толкает, просто убивает эти. Сука, блядь, дура, я за ним нырну, нахуй, где он, блядь? О, он типа нырнул сейчас, что ли? Да. Нет, нет, он все. Он убил всех. Нет, я не понимаю, это пиздец. Я просто я стою где-то сбоку, звою сбоку. Меня снизу хуярит трэш. Снизу трэш хуярит. И что, блядь, удивительного в этом нахуй? Я не понимаю, блядь, нахуй тебе это надо, блядь. Может, лучше попиздим, кто что на завтрак ел, нахуй. А я поел бульончик. Отбивную. Зачем ты покинул тело, блядь? Мне просто интересно, блядь. Ну, чтоб не заходи в инст. Поставили, да? Не заходи в инст. Зашел. Мастер, не покидайте тела, ебаный в рот. Юля зашла. Это хорошо. Ну что, масс-рез кто-нибудь даст? Лёха, дай масс-рез. Я даю сейчас, что чего не покинул, я вылетел с игры. На последних секундах боя. Да это боем даже назвать нельзя. Где вы лежите? Я не вижу. Это вставайте. Такал. Они после того, как добавили этот трэш... Мордаун-то там, и консилятор охрестит. Мордаун, ты тут? Пришел в масс-ресте? Да пришел, пришел, просто это... Консилятор пришел? Писал. Говно ебаная, не рыба. Ебанутые, блять.
Не сделали, блядь, чтобы люди текстуры прыгали. Обоссанные просто, блять. Они сквозь вот это дерево просто проваливаются, там на дне сидят. Текстуры моча. Может быть, надо на какой-то такой стороне стоять, чтобы они, ну, типа, не видели тебя и шли наверх, типа. Ну, я не знаю, блять. Милики вот тут в воде по-любому бьют, они поэтому в них и стреляют. Я бы, сука, их туда же, нахуй, этих разрабов. А дайте столик. На дно бы кинул. Танатос, дай столик. Рвис, ты заходишь? Ну да, уже на персонажа грожусь. Тыкните его в сторону. Хотя толку от меня на этом боссе, конечно, наверное. Блять. Лапку эту ставим. Не все еще тут. Чинитесь. Фласки не пропивали. Чё, это продолжим РТ подольше или кто-то уходит в ровно 8? Я уже, я возможно уйду. Прекращаю вот это на. По приору дадим кому-то другому плечину. Ого, нахуй. Все, жри рыбу, Зози. Жестко, конечно. И это. Ловите эту хуйню. Есть там рыба, нет? Жри. Что поделать, блядь? Я так больше всех времени уделяю в игре и рейду. Ты на второй ульте будешь? Ловите эту хуйню. Да. И Геру с пулом. А, нет, с пула не будем сейчас 5 минут, когда я. Будем, будем. Не переживай. Давайте, ловите эту хуйню, алло, блядь. Вы тут? Ловите этого пима. Плавляйте, говно. Собачь. Рыбаки, проснитесь. Что там, ачивку хотят все, да? Я уже получил. Я уже получил. А на хту ее ловишь тогда, если ты ее получил? Ну так надо. Никто не ловил, я решил половить. Давайте Геру, что ли? Геру когда? Нет. Ебало, ты ебаная тварь, откидывать. Это для тебя, она в КД. Так, а вот этот шаман, это не со Смаугом, это другой челик? Кто это? За заглушением мне поясните, кто это такой? Просто челик новый. Где он был? Беги, малыш, беги! Напишешь потом лошади, откуда ты? А то воет найдет и по IP вычислит. И высушит лично. Запомните, раз и навсегда по IP нельзя вычислить. Ну, я могу, нахуй. Вот все может. Да, выпуск машина. Ок, шеф. Для слова не существует, слова не бывает. Нет, слова не могу, есть только слово не хочу. Если не хочу давать пизды, то не буду. А если захочу, то дам. Чисто заходишь в подворотню, дам войса и такой, ну не знаю. А вы знали, что вы... Что мы знали? Мы знали все нахуй, но потом забыли. Всегда. Ага, да, это просто шкаф с этой гранатой такой. Ну вот, допустим, в русском языке слова «нет» не существует, ебать. Представляешь, нахуй? Знает, я не... О, выплыл. Я не специалист по языкам, нахуй. Когда тебе на ним выплыл? Ну, могу пиздануть, я понял, блин. По женским языкам. Дамский угодник воет. Ну, все знаешь, дамский угодник. Все же по женским языкам специалист. Yes, yes, sir. А еще по каким сердцам? Тебе скажи. По мужским тоже, кстати, он. Ты уже заходишь. Ну да, это правда. Я уже не хочу. Да, мордаун, тебе не предлагают. А я не спрашиваю. Я боюсь даже знать, что тебе предлагают. А я не спрашиваю, как бы никуда. Но точно знаю, что язык у жирафа черный.
Единый. У него черный язык, дурачок, блядь. Черный. Что ты, блядь? Почитай. Ой, блядь, ёб твою. У вас интеллектуальные разговоры. Да, я читал Альфа де Брема как-то раз. Да все, ладно. Да мордон прекращает, мы босса бьем. После РТ в шахматы поиграете. А потом страх кидает, блядь. Страх? Ты, блядь, не пизди нас, слышь, там в шахматы поиграет. Вот это вот правильно услышал, Войд. Не, шахматы можно перетянуться. Тонкий слух. Ничего не слышал. Так. Ну хочешь ты три курочки, ну ладно. Пизданул. Три курочки? После рейда купишь. Три курочки давай. Три курочки, все правильно. Сейчас же просто голодный нахуй, поэтому три курочки хочет. Это плюс. Не, ну три курочки я тоже заебашу. Он даже не голодный, блядь. Давайте надо про курочку. Я не голодный, я просто не ем никогда. Я в принципе забыл, что такое еда, да? Ну типа да. С хрустящей курочкой, да? Корочка с кусячкой. Бля, пощадите, но ты, конечно, РЛ, но заткнись. Золотистый. Блять, да пощади, старый. Давай не надо. Блять, такую курочку ел, ребята. Ну, блять, в ресторане. Вы это самое. Давно в муте не было. Можно пиздануть? Можно пиздануть бородатую шутку про нее? Давай. Борода большая. С тобой какой-то кринж испанский. У негра существует всего три белые вещи. Зубы, глаза. И что еще? Глаза, зубы и хозяин. Ты, блядь, хуйне, Заханыч, блядь, след, ну, блядь, больше, чем тебе. Я знаю. Ты понимал, типа. Три белые вещи. Я же говорю, борода. Прикинь, вот Заханыч так разговаривает, а у него предки негры. Я понял. Да похуй. А Заханыч, что это, блядь, чернильница, оказывается. Ебать. Нормально. Политические беседы в рейде. Так я сам такой немножко смутный. Так я сам немножко смутненький, блядь. Так, так политика и расизм это же разные вещи. Тут этот Страж раздуплил. Страж раздуплил. Он опять спрятался. Надо их отворачивать, ебать. Ну, блядь. Страж отпиздил. Яна. А чё вы все, ну, слечь решили? Друид инвалид Авиланию, Быстрин Корец, Изози, Халидринг, Аравист Инвизибл. Скоро появление. Знаешь, просто взял и отпиздило. Захиль. Разбафайте всех. Там страж, блядь, пиздует. Аравист Инвизибл, ищи Аравист. Да не ищу его. Блять, хуй его помнишь, как он на платформу. Подскажите, где он? Повис в Авиланию. Не нашел. Где-то водички лежит отдыхать. ДКшники. Вон, блядь, на островке стоит две, блядь, ноги. Гриб, блядь. КД, блядь, КД, там. Гриб, КД, гриб. Вадикон по Шами, Иннер. Блядь, Инвизибл, ты где сдох? Инвизибл, блядь, напиши быстрее, где ты. Да вон он там. Продлите эфир, пожалуйста, да это дури. Да вон он, ловите его. Вылавливайте с воды. А же... Бля, там два стража вот эти вот, которые неактивны. Да, блядь, ну КД ж гриб, ну ёп. Да ты его не гриб. Он просто бля... возьмет сейчас в РДД на фазе рыбы зайдет. Там на лим появится. А, то есть ему похуй, да, на гриб? Ну вот сейчас. Это вот сейчас... Пошел в РДД бить. Дайте Геру. Это Гера на некоторых людях откатилась. Ну, нормально. Ебашим. 100к ДПС. Чуть не вижу тебя в топ 8. Может, у меня там нет, но... Там, где нас нет. Там людей ебут. Ну ладно. Осуждаемо. Хотя, можно глянуть. Поддерживаю. Жидкий, тормози. Он говорит, можно глянуть, блять. Я с этих стражей вообще в ахуе, блять. Такие уебки. Я одним глазком только, ребят. Все, хватит. В ахуе. Тихо, блядь, глазок свой побереги, блядь. Вон они в воду, блядь, только зашли. За что? Ну за что? Вадикон будешь морд... Да, блядь, да как так, нахуй? Ловите там. Ребята, плывают. Там уже иды как дадут или еще что-нибудь. Лучше не сталка есть? Там карася, блядь, да хуя. Ложимся. Там от карасей, стихилы упали от карасей. Пятая пати, как дела? Гимном. Да какой рассказывал, гимн, блядь, ну... У нас на острове, блядь, 4 хуйни змеиные.
Ебать, Крин! Чего, сваиваем рыбу? Норовись, диван. А, все, диван есть. Че за хуйня, блядь? У нас оставайте ебаных стражей просто, нахуй. Надо их вынимать из воды. Мы на задувке прыгаем в воду, они агрятся на хилов и разъебывают их. Они не агрессивные, мимо. Спускайтесь в воду и вытягивайте их из воды. Я вот думаю, убрать хилов или добавить. На водомете прыгают РДД в воду, я и думаю, они тут идут хилов разъебывать. Хилы здесь не нужны, нахуй. Минус пятую пати. Ну их разъебало. Всех. У меня есть заспех. Не, если их не будет, будет хуйня, нахуй. Давай посмотрим по ХПС, что там. А у тебя лошадь ДД нету, да? Давай Авелани хотя бы уберем в ДД. Рыбёха просто имеет всех. Три хила оставим. Рестарт респека. Давай уберем Авелани, посмотрим как будет. А танк, да, танк. Давай. Танк один только, да? Интересно, может один танк это затанчить? Прикольно сейчас бить одного босса. Да. Да. Ну ничего, научимся. У нас инспекция из другой гильдии ушла. Кто? Ну, заходил челик, говорит, ну вот это я зашел посмотреть, как вы там я убиваете. Инспектор. Без понятия. Да, вроде нет уже. Чекну. Блядь, что там как-то можно лопаться? Я не буду. Да ёбаный в рот, блять, кривые детские руки. Бля, на рейге не скидываются. Что вот? Чего? Блять, ну так мне тоже. Как-то странно звучал, ну ладно. Что ты, блядь, там курнул, что ли? Ну, что-то, что прозвучало там у тебя? Слух тонкий. Ну вот я и говорю, блядь. Сядьте все похавайте, Консилятор, Зак Ханыч, Пасифия, Арис. Че там рыбу кормите? Они такие. Зак Ханыч, Консилятор. И надо самим есть, они в еду превращаются. Хавайте рыбу, ёпт. Ловите рыбу. Все. Ты в ДД спекнулся, да? Ну хилы, у вас четверо теперь. Юля, лови ритм. Фига, ты же припот успел выпить. Геру, давайте. Геру. А пизда, не рыба. Короче, я ебал. Ой, что за пролаги, блядь. Еще ему лагает. Мне кажется, лагает из-за количества трэша. Беги, малышка, беги! Какой же кринж. Босс нравится. Вообще очень. Нет, нахуй. Нахуй за жопу все. Не зыбу, сдай, а Юль. Я понял, ты в 2-5. Вытаскивайте рыб. Вот, все. Ну, душительницы под водой все видят. Ну где? И что с ними делать, нахуй? Мариновать эти? Обоссать. Воду насыпать, чтобы они вылезли. Обоссать и сжечь. Жестко, пацаны. Вон, блин. Он по мордам засилил, смотри, было. Фразочку. Мимо. Но по кому-то мимо хуярит. Он еще хп, поэтому... смотри, хп еще резает и убегает. О, мудак ебаный, блядь. Да что-то, что-то, что-то. Я брос кинул, тварь, блядь. Забейтесь меня. Боже. Ты умрешь сейчас. Опять мимо, охуеть. А он, блядь, мимо, нахуй, все мимо идет. Текстуры беги топовые, сюда, блядь. На основной остров. Ну или на комакровый, бегите сюда, на основной остров. Надо его грипнуть.
Нет, хотя гриб надо, будет мимо. Надо, чтобы кто-то на ком игру... Варианте. Боссов. Быстрее боссов хуярьте. Забирайте ногу. Ногу заберите. Все. Нормально там саунд. Все, опять на. Это он срывается. Смотри, если что заново заберешь. Ну где-то об какой-то пол, об какую-то доску там и выйдется, блядь. Может, не надо звездопадом бить? Хуй знает. Или это основной урон звездопад? Ну, можно вообще тогда не бить. Надо, пусть хуёво будет. Беги, малышка, беги! Ревиз, ты тут? Арис, уйди, от клива помрёшь. Давайте там увидим. Лёха, массакро. Тут возле меня стоит еще один страж. Возьмите его тоже. Фантикон, этот Рейс тут? Не, так хуёво челики, блядь, улетают, я хуй знает. Конечно, мы хуй убьем нахуй. Вот рейснышка, короче. Извините, я ничего не сделаю. Ты тут или как? Навесать тебе или что? Я вылетел, меня кайтануло, нет. Как сложно сказать, что там? Значит. Шалфир вызвал Дживс. От следующего трэш, Шэдоу и Шалфир гимна ХП. Ревиста не резать, меня кританула. Гимна на ХП. Грипните ногу. Да, там около босса стоит сзади. Или ты про ногу? А, он ушел. Ну, такие, смену блядь. Закончилось, всё. Ты набиделся нахуй, пиздец. Да, блядь, кринж. Рики? Лёха, на следующий трэш массакру. Прикинь, ровно 8 часов бы боссы разворачивались, уходить. Ещё вот это убить, черепок. Да, такие. Моя смена кончилась. А 8 какому? Пост дал, пост принял. Там уже пили-то место этой карася, блин, там же краб будет. Блять, какого хуя? Беги, малышка, беги. Зузи, реснишь. После водомета. То есть когда он нырнет. Ледринка.
Леха Массакру. Захиль. Блять, что за страх? Кто-то из них. Кто хер кидает, блять? Стражи, наверное. Наверное. Дайте там каску. Лапку, каску. Так, осеку. Одна лапка мимо показала. Мимо, говорит, ему. А ты чё, лапку в кого-то кинул? Там, я на весь ред кидаю, да, одна написала мимо. Мимо лапка. У тебя да? Шаг две всего лишь. Нет кости, нету, лапка промазала, понял? Даже так можно. Просто в очко стрелы из-под воды летят. Я хуею, блядь. А не снайпер, однако. Эльмаунт и Мардаунт на следующем трэше гимн. Вау, Шайн, ставь тут тем на ману, если есть. Я на тебя налил. Сыпал вытаскивать. Вадикон инер по шаман. Эльмаунт и Мардаун готовьте на трэш именно. Да ёбаный, не могу вынырнуть, башка, блять, попала. Деревяшка. Просак. Из-за дозок не могу вынырнуть. Заберите рыбу из воды. Из-за дозок, говорит. Ты мечтаешь, блядь, иди в жопу. Сулевой засмущался. Им сдал. Просак, только ты мечтаешь попасть. Это нет. Заберите с меня. Ну головой ты вообще тема, да? Страж вылез, грибни сразу. Головой? Да, грибните. Там мимо по нему его не грибнуть. Душительницу можно побить. На ком агро в воду запрыгнете? Им похуй. По себе и воду прыгни. Добейте уебище это ебаное просто. Просто, блядь, завалите его, пожалуйста. Он там 7%. Терпите. Валите его на бок, ломайте ему хуй, блядь. Я не знаю, там, блядь, делайте, что хотите. Мордаунт обрыгался, видели? Ну это как обычно, блядь, жидкий, потому что... Они прохилили, потому что от меня. А, нихуя. Другие хилы, блядь, не похилили. Неужели, блядь, сдохла тварь. Серьга. Есть, серьга! Он чё, жидкий? Мне кажется, на ретрика жидкий. Не знаю, тут... Каждый убийство Серьга. Ну, Турислава, слышишь, забирай на ретрика. На ретрика, говорю. На этим. Кого, блядь, с собой? Баллон. Норвись, заходи. Чё? Мне кажется, хуйня полная. На слепца дойдем. Мы за 20 минут успеем? Ну, по идее, да. Скорость мастерства. Сколько он бьется? Ну, там трэш надо чистить до него. Ну, чистим. В чем проблема? Убьем-то мы его за 6 минут. Чем я вилкой буду чистить? История решил крышу начать. Вот так, с легонца. Вспомнил классику. Самую малость. Тут чудо это появляется большое. Чудо-юдо. Чудо-юдо. Самое главное на этом мосту мобов слева-справа насадить. Да, наверное, было бы замечательно.
Ебать, что за хуйня, блядь. А чё вы там, блядь, за полёты устроили? Блядь, нелегальные. Пинаются. У вас лицензия есть? Так, идёт моб, я даю звездопад. А ты чё, регулировщик, что ли? Получается, блядь. Это вот этот на кривой дороге идёт, блядь, а ещё и с той стороны сейчас пойдёт. Да убите быстрее, нахуй. Кого надо убить? Блять, мордаун там, блять, кого он? Сори, блять. Я поставил вам защиту, ребят. Пойду проверю, какой моб вышел. А, хуёвый. Нет, мне кажется, ядовитый. Да, это сюрприз. Если радар не появился, то нет. Мне кажется, сюда второй еще моб придет, надо куда-то будет... Нет, он сюрпризом отвечал. Просто быстро. С этого два моба и маленький ход. Он идет. Ну, заводите наверх его. Так мы успеем. Сейчас он проблюется. Успеем. Просто 7 миллионов убить. Бить успеем, конечно, хуярьте. Ну, вы дольше бегать будете, чем бить. Хуярьте, уже пол хп снесли, блядь. Сейчас как раз тот придет, он мне звездопад откидается. Двоих буду ебашить одновременно. Ну там, наверное, 100% надо раньше. Там точно хуёвый будет. Да. Ну мы его как бы бить можем не бить сегодня, правильно? Сегодня? Ну да. В принципе, на завтра оставим. Мы можем убежать? Отвечаю вам, это матрёшка. Надо заранее убежать вперёд. Так, появилась лужа какая-то опасная, просто с неё надо выйти. И бежите этот. Хорошего, говорит, понемножку. Чё, уходим от него? Ну хуй знает. Ну так пойму хоть убери. Нет, его сагу. Возвращайтесь. Хуёвый он или не хуёвый, сейчас мы это узнаем. Матрёшка. Покажет время. Так. Вроде бы не хуёвый. Пока что можно бить без опасений. Да, это заебись моб. По танку, правда, бьёт по пол хп, но похуй. Танки у нас сильные. Ну ничего страшного. Фанаты. И фанат. Ну фанаты. Тринка будет забирать, нет, со слепца. Фанаты не дизеля, нахуй. Чё? Тринка со слепца. А, ты здесь, блядь, жук. Антей, вам. Я здесь. Фаната. Со слепца. Кого надо? Чарянти оф. Запы. Запы только мне со слепца. Запы. Анрол, нахуй. Опа. Анрол. Я так-то тоже. Да, была бы воля войдан. Чисто будет из-за угла глядать такой, а нарол. Им эти запы нахуй. Арианти зайдет, кто знает. Узнайте, блядь. Призраку нужны запы. Это призом. Писал что-то Арианти? Ну, типа, где он там? Классно, конечно, повернули, вообще божественно. Ладно, это просто охуенно. Арианти просто офнулся, наверное. Наверное, ему пора. Ну, ДП. Рыба. Скрыть. Вот это надо сейчас убить слепца. Лев, рассказывай мне ту самую про серьгу. Как работает серьга. А ты не читал? Так он я не писал, читал, но я написано, так и не понял. То есть пока у тебя больше 50 нахманы, то она тебе спадает. Просто надо заряжать все время. Ну, перед пулом условно. То есть, ты залут... пула. То есть... восстановил. То есть ты залутал шмотку, не зная, как она работает. Я тебя правильно понял? Да я вас стебу, просто надо это узнать по себе. Да. Потом после РТ говорит, пацаны, реально, как работает? Объясните, введите в курс дела, ебать, блядь, не знаю. На ютубе гайд пойдет смотреть, тебя. Чтоб не опозориться, блядь. То есть, по факту, я могу еще Талтора распилить, да? Да, по факту их вообще, блядь, смотрите, внимание, вылез нормальный моб. Давай просто через большое. Внимание. Ты походу Слава кондуктором был? Да. Дрифтин на трамвае, нахуй. Да. О, я медитирую. Так, приятный. Нет. После рейда помедитирую. Нет, отмена отказана. Я медитирую, надо грязи. Ваш билетик. Мой билет. Плохо было. Это было неплохо. Но я медитировал. Заебал, блядь. Что ты там медитируешь, блядь? Коли пристрелить, все такие странные. Дрочка венолок мочит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ебать! Всем нам пизда. По хилю за 500 голды, блядь. У кого-то гадюка сработала. Я тебе полтос дал.
Тебя уже хилы спасли, блядь. Понял. Ну я бы мог бы еще перестраховать сверху, нахуй. Еще сверху 50к, да, накинуть? Сука. Что, расценки нормальные такие. А ты 50к закинул, мне тебе записать в этот, как он называется, блядь? Я дал, чтоб ты в ХБ положил. Безвозмездно, нахуй. Я понял. А можно из этих 50 мне 10%? Схуяли. Схуяли. Схуяли, блядь. Алло, блядь, не, нихуя. Почему? Это вклад на воронки, на банки, на всю хуйню, блядь. Не надо. Я воронка. Доверишь тоже мне на воронку одну? Мы все пожилые воронки. Нихуя, блядь. Притон, ты в Диссе? Наркопритон, надеюсь? Нет, лук. Надеюсь, это наркокартель, блядь. Правильно, наркоконтроль будет. Я бы прочитал про этих, про наркобаронов, конечно, не буду. Давай, 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 давай. Одну разрешаю. Знаешь шутку про наркобаронов? Чего? Одну можно ебануть, давай, фрикани. Не, хватит с меня. Так с ней был трэш, я сижу, даже играю, там видосики смотрю, там какой трэшак. Пиздец, блядь. Я с кухни этот трэш, я чувствовал его, знаешь, я не слышал его. Мага первого игра. О, нет, это маг. Мага? Я в Дискорд пришел, наверное, он сейчас зайдет. А маг это который типа Магомед? Он там по Т5 первый, по сути. Кто? Рианти. Рианти? Ну, нет, друзья, говорит выше. Я кикнул? Нет. Он вроде офнулся куда-то. Но если пришел, пусть заходит. Он, наверное, просто вылетел. Не знаю, нет, но сейчас я его не вижу выше. Онлайн. Диспальтинер. Да. Он в Дискорде есть. Сейчас может зайдет. Там у Рианти 80 с хуем приора, блять. 94 икса. Ну да, вообще 90. Но я бы даже не обогнал, если захотел бы его. Там нужно просто не утайкнуть. Там, блядь, никто не обгонит. С ней догонят. Мага фиранул. Продолите. Фиранул, да? То есть по-жесткому вообще. Да, серанул. А чё, кто сдал этих уродов? Каких уродов, блядь? Когда говорят слово урод... Не понял, ты чё сейчас... Всегда вспоминаю фильм «Майор Пейн», блядь. Кто сдал этих уродов? Что, говорит, урод? Ну здорово, говорит, шары бильярды. Чисто этот заходит полковник. Кто сдал этих уродов? Майор Пейн, говорит, что урод? Сука. Такой тип, ну. Майор Войд. Что урод? Да, говорите, я кринжую еще не по-детски. Я не урод, сэр. Теперь вы, говорит, не уроды. Как он говорит, теперь он говорит, дебилы, блядь. В конце-то он говорит. Хочешь украсть? Нет, хочу заслужить. Ты таблетки пил сегодня? Ты чё, бля? Да у него кончились. Без таблеток, нахуй. Мордаун, песню запивай. Не тот босс. Видно, ты не заслужил писать стоя, как мужик, блядь. Бля, там такие понятно, песни. Понятно, так. Да. Вот замесь. Я понял. РЛ мутят, нихуя себе, блядь, беспредел, блядь. Пиздец, да? Ну, чё творят? А потом мы на Ютубе это краснеем все. Притона бы тоже в рейд. Так он в рейде, блядь. Нет, Рианти пришел там. Хули ты там мычишь, блядь? Хочется с первого раза убить. Хочется помычать? Я понял, блядь. Хочется, хочется. Такой фетиш. И не мочится. Фетиш? Когда люди... За Ханыча кикать? Нихуя себе! Нормальная просьба. Там шедоунайт собирался вроде. 8 это не просьба, дух, это приказ. А, вот типа если одну тему уйдет, то мы дальше пойдем, да? Ну, и отвяжемся от этого балласта. А... Ну правильно, блять, а хули. Я уйду. Нихуя. Просто подожди. Да, и пойдемте работать от Райта. С топором рубанули. Да на завтра уже это перенесем. Все ради того, чтобы залутать триню, блять. Все верно. Мама говорила, что они. Нельзя переносить на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. И надо убить.
поэтому я сегодня делать ничего не хочу. Зачистим. И надо будет завтра на трэш чистить. Хотя это воронка фарм. Ну такой себе пока и зеро. Да. Так что это нельзя так назвать. Просто фарм репы. Как ты сказал, зеро? Это даже не репы. Ноль. Ставлю на зеро. Зеро, это что такое? Ставлю на зеро. Типа цифра? Ставлю типа буква. Это типа зверь такой, знаешь, Серж? Все деньги типа буква только. Саб-зеро я знаю. Саб-зеро. Саб-зеро? Саб-зеро. Ну вообще ты его скорпион унизил, ну ладно, хорошо. А пруха есть? Как а саб-зеро какой? Который этот, как его? Из клана Ширай Рю, блядь. Ширай Рю? Кого ты там, блядь, ширяешь, нахуй? Не понял. Ширай Рю. Ширай Рю. Ширай Рю. Не надо никого ширять. Ширай Рю. Это клан такой? Откуда Скорпион? А вы шарит. Понял. А ты этот, Саб-Зиро, который нубсайб, или который не Саб-Зиро? А я думал, это клан там, где ширяются, типа. А как зовут Саб-Зиро? Это по-другому. Кто знает. Ну давай, где? Первый. Не знаю. Слышал, не что Василий. Ну, Василий. Я не помню. Бихань, что ли? Его ну, зовут точно Бихань на туре. Его зовут Абэма. Бичхань, нахуй. Не, ну Бихань это же этот, нубсайб по факту. Саб-Зиро это и есть нубсайб, кстати. Да, я знаю, но это Бихань, который... Нубсайб это типа... два человека. Нубсайб это тоже. Переродился из Саб-Зиро. Я вообще не знаю, нихуя. Да, нахуй, идите фильм смотрите. А еще есть этот металлический нубсайб. А еще есть Сайрекс и Сектор. Иконные чайники, но стали роботами. Сайрекс это вообще-то скин в Counter-Strike такой есть, блядь. Понятно. Я понял, фриканул. Сектор приз на барабане. Мы когда мелкие были, одноклассник, короче, Шиву в Mortal Kombat Шилой называл, нахуй. Я угорал, пиздец. Шила, говоришь? Шила, Шила. Шила. Ну, типа баба Шила. Типа фанат Кровостока. Шива это вообще-то в доте броня такая, нахуй, чё? Красава, блядь, шлицки тормозина. Еще этот Frost Wave дает по области, вообще охуительная штука. Заходишь такой на это, на... На Тинкере, да? Кто-нибудь смотрел... Да, начинаю с кто-нибудь смотрел фильм с этим, с Кэри Хируико Тагавой, называется Иерей-сан, нахуй. Ты сейчас на японском что-то пизданул? Да. Чё, анимешник? Нет. Ты сейчас оскорбил чью-то жену? Нет. Заходишь к Майду, там у него, знаете, ушки, ножки, костюмчики. Кого ты пидором назвал? Так. О, сапоги. А дайте сапоги. А, типа притон стоит у входа минуты 4, а Рианти такой, кто-то кинул пати, да? Я же его кикал, блядь. Я не ебу притон, но тут демон не надо, походу. Надо, надо какой-нибудь свичнуть. Я могу уступить. Нет, ты не можешь уступить. Ты не можешь уступить, да. Ты 20к ДПС. Вон, Шадоу надо уйти, он говорил. Шадоу, не, а что ты не посидишь, не побьешь босса, что ли? Он говорил до 8. Так вот, еще 10 минут. Какие 10? Что ты 10 минут лишних не посидишь? Аравис, один что? Трай пишет, если... Не, ну давайте рот тогда хули дадим нахуй. Че, вы не досидите, босса не добьете, что ли? Ничего. Ну и что, Рианти? Не хочу, чтобы челики 20к ДПС уходили. Че, 10 минут не посидите? Вот, все. Хорош, блядь. Кузи тем более по приору не заберет. Вот кто, Лянтя? Он меньше всех дает. Ну не, да тыпайся. Хотя тут Арис, Арис еще дает, но. Ну я не помню, кто меньше даст. Ну тут у Миликом проблем нереально. Арис профит не будет на этом боссе. Потому что ему бить сложнее. Что-то доливать? Нет. Все, притон, заходи, беги. Че, Зози портанется, да? У меня вся проблема. Проблемы. Ну, все. Ну, пускай замену тогда получит. Ну, раз он тут сидит. Хорошо. Ты Зози плюсанешь, как убьем. Ну, или, если надо, выйди с пати, а если не надо, то сиди в пати. Так, давайте быстрее там бафаемся, блядь. 8 минут банка масла висит, блядь. На траве спим. Не трайл. Притон добегит, все банка слетит. Ой, пофиг, если банка за. С меня Дживс. Ого. Дживс, вот это невиданная щедрость. И войду, да. Один мяч в сумку. Мордан, петух, блядь.
Это бонус. Что? Пет не фуловый, в смысле? А почему ДЦ не считают его? Все, ДЦ все просто. Быстрее нахуй давайте. Волк? Все, фуловый, видишь, ласка. Как-то апа, Дон волк. Волк? Дон волк. На волков можете хуй положить, главное динозавра хилить. Это я когда в киберпанк играл, там дорогу переходишь. Там... Ага, Эридара нету в базе. Ага. А, я понял, хорошо. То есть на волков можно, не хилить, да, динозавра можно. А можно Shadow Knight вместо Дайте волков? Мне эту хуйню, которая шары делает, ну-ка. Сейчас он, он засрет, блядь, всем нахуй. У кого есть эта хуйня? Да все, давайте быстрее, мужики, блядь, падлу банку перепивать. Притон. А призен куда побежал? А, по воде его привезти. А можно интеллект маги, пожалуйста? Пиздец, нахуй, минус банка, ладно. Собей. Донатас. Донатас, дай мой интеллект. Бафлтин, пожалуйста, и каску друидам. Интеллекта дайте. Интеллекта хочу. Да притон еще сюда бежит. Интеллект хочешь? До интеллекта. Че, братан, своего ICQ мало, нахуй. Скажи, нехватка интеллекта. ICQ низкий. ICQ не показатель интеллекта. А чего это блять, показатель? Жидкий нахуй, давай, завязывай. А вот чего. А триня на интеллект у тебя есть, нахуй, тебе хватит, нахуй. 128, 172 интеллекта, блядь, маловато, что ли. Давайте фастом. Давайте. Мне уходить надо. Мне тоже, нахуй, давайте быстрее, ебать. Ускоряемся. Че, они уже бегут. Давайте придумаем, что сделать, чтобы они ускорились. Ставлю, короче. Хан пускай бежит. За каждую секунду даем им по одному ГП. Поставил костер, сейчас куплю регов. Дикий шиполист. Тут ворота не закрываются. Да. Витя, а ты куда побежал? Давайте бить, значит. Начинаю танцевать. Ауру дать им. Аспект, ну. Я сейчас их приведу. За ручку? Да, за ножку, блядь. За ручку всех не проведешь. Хватай за кой, веди сюда. Давай, притон. Через бедро его бросай, нахуй. Маленького гоблина через бедро, надо пнуть проще. Как футбольный мячик. Как мяч просто. А что, притон гоблин? Бафните интеллект, пожалуйста. Кстати, о мечах. Ебать, он мелкий. А гоблин поместится в рюкзак? Интересно, такой вопрос. Я думаю, да. Я точно знаю, что Мордаун в багажник понесется, блядь. Это чёрного ты, блядь, катя. Это ты, блядь, чьи, оказывается, создаешь. Чё? Рассказываю историю, не, интересно. Рассказываю историю, но когда мы поехали на речку, и за не менее места в машине нас посадили. Ты ехал в багажник, да? А нас в багажник посадили. То есть, понимаете, да, что такое ехать в Рафике четвертом вдвоем, когда ты метр в семье. Да, Раф четвертый. Ты Раф. Рафик. Рафик же Рафик у тебя, да? Если бы тут Буребай был, он бы что-то спросил с тебя. Вот, смотри. На Рафике четвертом ехать в багажник, но ты метр 72. Алло, пулем босса. Да что нахуй? Ебали, пиздец. Рафик какие-то. Отсюда руки, блин. Кстати, если бегать его за костра, ты получаешь баф инты. Ой, баф духа. А дух завязан на СПД. То есть, надо больше костров ставить. Хорошо. Как скажешь. Угу. Что, есть там? А, или похуй. Ну так-то не похуй, блин. Друга, кому поверить? Моим зрителям. Рави стрессы. Что, я после крутилки на пулю? Сокру дал. Треснул. И иннер ему сбросил. И лапку. Ты на пол 3 секунды. Меня убило. Нет, отвеси Мордаун, пожалуйста. Бля, сейчас, подожди, я в таргет выберу его. Рисую Седжу. На пулю его. От Пасифии отошли. А, Тигеру. С ДПС. Бафы обнуляйте, там каску лапу приступал. Маска осталась. Угу, ну. Чётко. Ты
Бьем бесов. Акселятор закрывает ему пахант. Шаман. Шаман, бей своего демона. Шам. Блин, надеюсь, убьёшь, хватит это будет пизда. Че, он убьет, нет? Все, убил, убил. Обычная форма. Алмаунт, отойди отрависта. На ПДПС у дерьмища, да, у меня? Что-то лаги какие-то, да? Микро, нет. Да. Нету лагов, 60 кадров в секунду. Окей. Okay. Ну, новый комп купил. Хорош. Поздравляю с обновкой. Ты наебал. Мардаун, ты. Все так я тебя тоже наебал. Да хили я его, блин, не успокойся. Мне еще в предатор лобби идти в Апекс. Давай там, блядь. Я уже таргет даже взял его. Предатор лобби, блядь. Предатор? Теперь это иди. Да что такое? Да так, для бичей. Максимум тебе, блядь, ранг новичок, нахуй, а, блядь. Слышишь, ты вообще деревянный в Апексе. Почти все очень далеко. О, ну ладно. Да ну что ты только деревянный. Только деревянный, больше у тебя дэмэджа настреливал. Что-то похоже на Майкла Джексона. Че, ПВП в Апексе? Эльмаунт, Эршам, Пастифея, Войтфу. Что такое? Эльмаунт и Эршам. Убейте, демон. Инрок, можно Эршам. В Авиланию? Нужно. Визнал, да? Эльмаунта тоже можно. По пристуке. Я тоже ему дал. Нормально будет. Друид инвалид, да, и этот в Лаушай на Инер, если есть. Так. Да, шаман сохнет. Скоро там, блять, фаза. А, 10% еще. Это фаза. Это база. Ой-ой. Так, крутится. Сокро дал. Самое дурацкое, я ему дизарм даю. А он как бы дался, оружие все равно у него осталось. Это ж босс, ты... у него два оружия. Ты одно убрал, а видишь, второе бьет. Еще и дотку есть. Ой, дура, блядь. Типа есть смысл давать дизарм? Рога 2 выбивает. Геру. Пола Гера. А нахуя? Вот говорил Геру давай. На демоне вроде давали. Так, сейчас Берт только есть его дикона. И Друид инвалида. Припот и пей. Притон, если время будет, скастуешь новодикона СС. Лаушайн, ставь ги... тотем на ману. Одно пора. КД тотем. На ману. Ну нахуй, когда? Не знаю. 50 секунд еще когда мы убьем раньше, чем он откажется. Че там до берсы мало, да? 50 секунд. Смотрите, не попадитесь под удар босса, он дотку еще вешает. Если дотку повешал, свои собственные сейвы отдавайте, дубовые кожи, там все вот эту хуйню. Потому что дотка очень сильно бьет. 30 секунд. По идее, я уже должен был давно умереть, но хули там на 134к нахуй увеличение урона. Опа, ачивка. Что за ачивка? Опа. Ебаная сука, хуйня. Разделение боли. Запомни кого-то. Убила. Сука, ебаная трения не выбила, пизда. Так. Ну, начисляй по рюмочке и пойдем по домам.
Так, кто на перчатке? Ступай, рюмочки. Ну, это, скорее всего, Лянди ГЦ, могу сказать сразу. Ну, Вилани, да, заберешь? Так, паладин на Вилани. О, хотелось бы. Хорош, ГЦ. Спасибо. И сколько у меня сейчас приора? Нисколько. Нихуя. Забудь про него, да? Ой, слышишь, а ты там что-то меня этот самый за приор говорил, блядь. Как там? Типа портал, пожалуйста. Да, сейчас месяц просто ничего не будет. Ебанюша, поставь портал. Ну как там с деньгами? Нормально. Мне понравилось. Ну как там с приором? Ну как там с приором? Чё две сотки так опускают? Или там не две? Там 5 соток. Две сотки. Какие а сначала сотки? Сколько было соток? Тысяча. Ой, тысяча. Тысяча было. В моей голове было сейчас две сотки. Завтра ДБС посмотри. Две сотки это Т4 и 3. О, раз. За второй кусок тебе еще сверху полтинник кину.